Первый этап. Сегодня ученики 9 классов по всей России прошли итоговое собеседование. По его результатам экспертная комиссия примет решение о допуске школьников к сдаче общего государственного экзамена. В Сургуте испытание предназначалось для 4750 ребят, длилось оно 15 минут. За это время нужно было выполнить 4 задания в устной форме. Прочитать текст вслух, пересказать его. Третье – это монолог в 3 форматах – описание, фотографии, повествование на основе жизненного опыта или рассуждения о проблеме. Заключительное испытание – беседа по теме 3 пункта. Максимально за собеседование можно набрать 20 баллов. Для зачета и, соответственно, допуска к ОГЭ хватит и 10.